Медали. Главный трофей соревнований. Символ победы и мечта каждого спортсмена планеты. Это награда за годы упорного труда и самоотдачи. За достижения, повторить которые в силах лишь единицы. Для целых поколений они олицетворяют идеалы честной игры, а их сияние вдохновляет будущих чемпионов на новые блистательные победы. Все призовые медали выглядели по-разному. В истории игр встречались квадратные медали, волнистые, с отверстием посередине, всевозможные чеканки и с использованием самых разных материалов. Но одно оставалось неизменным. Награды всегда олицетворяли образ той страны, в которой проводились игры. Знаменательно, что некоторые виды соревнований появятся на Олимпийских играх впервые за всю историю. Это слоупстайл в сноуборде и фристайле, хафпайп во фристайле, женские прыжки на лыжах с трамплина, смешанная эстафета в биатлоне, командные соревнования в фигурном катании, эстафета в санном спорте, а также параллельный слалом в сноуборде. На Паралимпийских играх зрители впервые смогут увидеть пара-сноуборд. В основе дизайна медалей лежит основная идея бренда «Сочи-2014». Контрастность нашей удивительной страны, где Европа встречается с Азией, где первозданная природа соседствует с мегаполисами, а инновации сочетаются с богатым культурным наследием России. Как неотъемлемый символ игр, медали «Сочи-2014» созданы в единой с остальной атрибутикой концепции. Золотистые лучи солнца преломляются сквозь призму заснеженных верхушек гор. Теплое море соседствует с морозным льдом. Воплотившись в медалях, эти контрасты России навсегда останутся с чемпионами. Созданная из драгоценных металлов и прозрачного поликарбоната, каждая медаль олицетворяет собой причудливое взаимодействие двух противоположностей. Олимпийские и паралимпийские медали произведены опытными российскими мастерами. Даже с использованием самых современных технологий на производство одной медали уходит 18 часов. Награды станут настоящим украшением и будут всегда ассоциироваться с играми 2014 года в Сочи. Словно зеркало, они отразят победный дух игр. Медаль, полученная на играх, — это награда за жизнь, без остатка посвященную спорту. Медали Олимпийских игр Сочи-2014 выполнены в ярком, оригинальном дизайне. С помощью гравировки на награды нанесено оригинальное лоскутное одеяло игр — мозаика из национальных узоров российских культур и этносов. Она придает медали абсолютную уникальность и неповторимую, самобытную красоту. На аверсе медали выгравированы олимпийские кольца, а на реверсе размещены названия вида соревнований, а также эмблема игр «Сочи-2014». Официальное название игр на русском, английском и французском языках размещено на гурте. Комплект призовых медалей традиционно включает в себя бронзовую, серебряную и золотую награды толщиной 10 мм и диаметром 10 см каждая. Паралимпийские медали «Сочи-2014» выдержаны в аналогичной стилистике. Форма награды является своеобразным символом целостности и духовной силы спортсменов-паралимпийцев, которые своим примером доказывают, что возможности человека безграничны. На аверсе медали нанесен паралимпийский символ, так называемый агитос, а на реверсе — эмблема Паралимпийских игр «Сочи-2014». Официальное название игр на русском и английском языках размещено на гурте.
Кроме того, на наградах присутствуют надписи шрифтом Брайля, используемым для чтения инвалидами по зрению.